Так, начинается. Сегодня 31 декабря 2012 года. Скоро наступит Новый год. Мы начали праздновать. Вот мы сделали оливьешечку и холодец. Скоро придут гости. Да? Давай, ешь, Лизонька. Бутербродик. Я не хочу. Я не буду, мне это уже достаточно. Кау? Мама, съешь за мой, прошу тебя. Я не могу мой есть. Я и так вот это уже. Толчи. Мы убрали. Вот наш праздничный. Вот наша елочка. Да пусть он спит. Да он не спит пока. Последние часы 2012 года. Слава богу, обошлось без войн, болезней. Что это значит? А? Ну, чтобы в следующем году так же спокойно все прошло. Кто-то воевает. Все время кто-то где-то воевает. А, да, я же с Полей воевала. Он меня кусает. Вот холодец это мой. Да, тебе обязательно еду показывать. Еще его сделать. Оливье. А ты не можешь дать? Селедочка с луком. Покажи еще вино есть, да, не надо лучше. Покажи себя. Надо было мне себе золотую маску одеть. А вот и я. Тарантино тоже иногда не нравится. Мама, ты вот эту пипку не убрала. А? Ну ничего страшного. Ты не причесалась. Сейчас еще выпьем и пойдет. Спасибо этому году. Он был замечательный. Вы съездили в Камбоджу. Вы съездили на Кавказ. Ой, съездили. Приняли много гостей. Да. В вашем доме теперь на одну душу больше.